Илья Елиференко, они работают на бровках с первых минут второго тайма. Изменения. Астон Урунов возвращается в уфимский клуб. Рашид Маматкулович продолжает вот с самого начала второго. Урунов пошел сам. Урунов. Соперника. И сам он постоянно получает. Он дается. Он скажет, что мяч какой надо. Урунов. Уже не будет. Он, во-первых, дал сначала офсайд, да? Он руку поднял вверх, как бы. А в чемпионате Химки идут к очередной победе. Но еще есть время Уфы. И Уфа идет вперед. Удар по воротам. Получается, после удара футболистов Уфы Удар не получился у Уронова сейчас уже. Уронов. Уронов. Крутить, и опять же время еще есть. Уронов. Начал крутиться здесь на месте, как волчок дожает. Или не только образом.